И мы поднялись к Мамонту, в район сквера, стали чуть-чуть выше. И на этом берегу, на обрыве, еще пока кусты, даже не пахнет зеленью, но появилась первая травка зеленая, я ее вижу. А я хотела вам показать именно с высоты бухту, как сверху выглядит поломанный лед. И сейчас отлив, видите, здесь практически льдины лежат на песке, на камнях. А чуть-чуть дальше уже вот вода и народ весь, много людей фотографируются на льдинах. Там, смотрю, присели, прилегли, попрыгали по ним. А есть особо рискованные дураки, я бы сказала. И мы когда подъезжали к скверу «Маяк», там стояли спасатели. Но они уехали, а здесь очень много людей. Вот не знаю, конечно, прыгают по льдинам. Ладно, вот здесь на берегу, но их понесло вон туда. Видите, вдали прыгают по льдинам, а там уже глубоко. Я понимаю, что большие льдины не перевернутся, ну а мелкие, да все, что хочешь, может быть. Короче, бестолковые. Видимо, это молодежь, дети. Опасно очень. А здесь, видите, укрепляют как берег, насколько отодвинули вот эту зону, которая обрушалась, осыпалась. И у нас, кстати, осталось здесь вот движение со светофором. Здесь все вот укрепляют сейчас. Думаю, что летом будут работы вестись такие серьезные по укреплению. И там, где мы были в районе смотровой площадки, там вообще, вот помните, где лестница была, берег осыпается, и там бы тоже не мешало такое ограждение сделать. И старый пирс, видите, уже какой он тоже преобразившийся за счет вот этих, то, что вбивают в дно, такие какие-то трубы тяжелые, наверное, с бетоном. Здорово на улице, не ветерка. Правда, мне кажется, после таких прогулок недели через две нужно ждать всплеска заболеваний с этим вирусом. Народ весь вылез на воздух, много, смотрю, общения, ходят не по 2-4 человека, а большими стаями, к сожалению. И неизвестно, чего ждать. Вот буквально считанные минуты, что мы здесь, было здесь такое солнышко, и вот оно садится за сопку, заходит. И все, и здесь становится холодно, не так красиво, как на бухте, и ни облачка на небе, поэтому сегодня красивого заката солнца не будет. Поэтому показываю вам не очень красивый закат, но все равно хорошо. Хорошо, что нет ветра, хорошо, что тепло. Ой, температуру не знаю, потом подпишу. Может, градусов 7. 10, потому что уши не мерзнут, руки не мерзнут, ветра нет, просто классно. Ну все, и теперь я по-настоящему с вами прощаюсь. На сегодня все, будем гулять в следующих видео. Надеюсь, тепло сохранится, раз можно уже прогуливаться, это очень здорово. Очень здорово. Ну все, пока-пока. С берегов Охотского моря с вами была я, Анжелина Джоли. Пока-пока.